Эти люди не воспринимают вторых ролей. Они всегда хотят выделяться и быть в центре внимания. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Буквы «Н» в этом имени не раздражают окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Буква «Я» в этом имени означает чувство собственного достоинства, желание добиться уважения и любви окружения и способность их получить. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Активизируют воображение, умеют достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Чтобы изменить жизнь к лучшему, им необходимо научиться идти на компромиссы. Это поможет сохранить теплые, дружеские и семейные отношения. Если владельцы этого имени не смогли устроиться в жизни так, как хотели, то они легко впадают в уныние, депрессию, апатию. Тогда эти личности обращаются к своим родственникам, зачастую к матери, так как они считают, что окружающие не смогут им помочь и дать дельный совет. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Буква «Ф» в этом имени наделяет людей дружелюбием и жизнестойкостью. Эти люди ответственны и терпеливы. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Они любят делать других людей счастливыми. Если этот человек чем-то увлечется, то может даже пойти на глупый риск. Высшие силы постоянно посылают владельцу этого имени различные знаки и говорят о том, что они полностью на их стороне, одобряют то, что они собираются совершить. Также определенные знаки в их жизни дают понять, что они на верном пути. Такие люди ради благих намерений могут решиться даже на ложь. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Значение буквы в этом имени символизирует чувство превосходства, говорит о самовлюбленности, стремлении завоевать всеобщую любовь, уважение и признание. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.